Чего? Позвала меня? Сама позвала? Ты хоть спроси, что у меня болит-то? Не надо. Ты лежи, отдыхай. Тяжело мне, Вася. Так тяжело. Душа рвется. Не от боли тяжело, а сама не знаю от чего. Тебя вот позвала. Ты всегда успокаивал. Всю жизнь успокаивал. Всю жизнь. Видишь? Какая жизнь-то наша. Пока на ногах крутишься, вертишься. А как прихватило, так и страшно стало. Может, неправильно крутилась да вертелась. Я что-то не то. Не то, что-то я говорю-то. Вася, Вася, ты не обижайся на меня, Вася. Не обижайся, Вася. Для меня теперь твоя обида страшнее всего. Какая обида? Мне тебя благодарить надо. Моя или чужая? Главное, ты есть. Вася. Вася, Вася. Время истекло. Еще 5 минут, можно? Тяжело тебе, Вася. Жалко мне тебя. Внуков, да тебя жалко на этом свете. Как ты измучил меня. Может, я от жалости-то и помираю? Да, нет, не то, не то, что-то я говорю. Я благодарна тебе, Вась. Ты, может, оправдание всей моей жизни. Вчера вот вспомнила, сразу легче стало. И помирать вроде не так страшно. Ну, ты иди, иди, Вась. Приходи завтра. Я тебя ждать буду. Пора идти тебе. Хотела я тебе что-то сказать, да вот не получается. Во сне даже снилось, что говорю с тобой о чем-то важном. Сейчас не помню. Да, Вась, если что, поглядывай там за моими ребятами. Хотя что я говорю, они молодые и здоровые. За тобой-то кто приглядит? Все будет хорошо. Врачи говорят, нет опасности. Да дело не в них. Я сам знаю. Ты поправишься. И я тебя заберу. Я заберу тебя, Агнес. Вася, Вася.